26 апреля 1944 года воздушная разведка обнаружила в Баренцевом море большую группу немецких транспортов. Они следовали под охраной кораблей, катеров и истребителей. Несмотря на низкую облачность и сильный зенитный огонь, советские летчики прорвались к вооруженным вражеским кораблям. Наша авиация нанесла по судам противника 5 штурмовых и торпедных ударов. Советские летчики потопили 4 немецких транспорта, 2 сторожевых корабля и сторожевой катер. В ходе операции тяжелые повреждения были нанесены 2 транспортам, сторожевому кораблю и миноносцу противника. В воздушных боях в районе атаки конвоя сбито 10 немецких самолетов. До победы оставалось 378 дней.